Ребята, всем привет! Сегодня будний день, но у меня выдался выходной. И какая чудесная, прекрасная погода. С кофе. Не, мам, не туда, туда. А чего туда? Ну, мы идем на мостик. А мы так по мостику пройдем? Да. Таня, наш сосед рыбу ловит. Пойдем. Только там тяжело подниматься. Вот тут оставь чашку. Да, я говорила. Вот как здесь красиво. Вот наши рыбаки. Ловят рыбку. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Люда, ты будешь рыбаков сейчас отвлекать. Рыбка золотая. Ой. Осторожно. Тут даже скамеечка есть. Ну, конечно. Нужно присесть. Ой, пляж. Сядем. Сто лет не была на том пляже. Пляж у нас вот там вот, да. Лет 5 так точно не было. Интересно, много там они рыбы наловили уже, рыбаки наши? Спросим, у меня тонкие волосы. Лёд, что всю рыбу распугают. А я думаю, где они все делись, попрятались? Вот сидим мы на мостике, вот за Динат. Видите, какой мостик? Без удочек. Без удочек. С телефонами пришли посмотреть и себя показать. Я рыбку золотую пришла показать, а рыбаки, наверное, поймают золотую рыбку. Будет всем людям счастье. Конечно, в интересном месте мы живем. Вот у нас там такая вот тишина, здесь немножко выйдешь, идет железная дорога, идут маршрутки. Сейчас я вам покажу. И, ну, когда заходишь во двор и смотришь на реку, то полный-полный оазис такой вообще классный. Вот сейчас дочка хотела тоже пофотографироваться. Хорошо. И вот транспорт идет. Транспорт идет. Здесь у нас идет долгострой, строят дом, хотят продать. Так вот, по поводу хорошей погоды. Я вот смотрю, значит, в России посмотрела и в других странах, уже в таких холодных странах. Естественно, уже выпал снег, ой, все готовятся к Новому году. Я смотрю, вот многие показывают на своих каналах новогодние игрушки, елки. У нас, ребята, даже этим и не пахнет. Новый год от нас, наверное, будет очень-очень далеко. Хотя, ребята, какой Новый год? На улице лето, ноябрь месяц. У нас где-то, наверное, плюс 20-22 градуса. Вот в одной жилетке, свитерочке прогуливаюсь. И, как говорится, ну да, пар костей не ловит, но мне не холодно, даже жарковато. Так что хорошей всем погоды. Знаете, как говорят, если не о чем снимать, снимаешь, мол, типа природу, погоду. Нет, просто радуешься этим теплым денечком. Потому что, действительно, я считаю, что это нонсенс в ноябре месяце вот ходить в таком летнем сарафане, когда люди уже, наверное, одели теплые куртки в других местах и зимние шапки. Ребята, желаем всем погоды хорошей, тепла на душе, на сердце, чтобы было всегда так солнечно и ярко, и несмотря какая погода у вас, то ли где-то уже идет снежок, или кто-то в жарких странах, или как у нас, вот в ноябре месяц, такая хорошая погода. Ребята, мы вас любим, удачи всем, пока!